просто спокойно проехать, показать, блядь, как. Ну понятно же, что мы так не поедем, блядь. О, он спокойно просто не едет. Понял, как это? Все очень удобно. Так же, да. И попробуй не сделай. Сразу будет вычислено. Да, да. Вычеркнуть надо. Навсегда. Артём, ты, наверное, нас не очень по... А, где он там? Не, это все понятно. Теперь покажи, как нам ехать, блядь. Ну, ты же понимаешь, ну, для творожков покажи, блядь. Подожди, Джарвис примерно так и тренирует, мне кажется. Показал, показал, ребята. Собрал деньги, ушел. Четверочку давай-то и... Нет, ты реально вот сейчас проехал, как будто здесь стоит, стояли не мы, а Джарвис стоит, блядь. И вот, ну, ты показал. Пол, да, ты, да, уже полный, это уже что ли, дорого. Ну что, нормально, сейчас развернется в эту сторону. Смотри, последний доезжает. Нормально. Дисциплина. Все нормально, нормально, ему можно. Сейчас я буду Реалист, видел, как так? Раз и... Фу, блядь.
сейчас не поехал вообще нет. Потому что я хочу меня колеса. Что творит этот реалист? Да, я фотки не снял. Блять, там... Пока все загрузили, надо... Там есть фотка моя в полете, да? Давайте там, блять, больше всего твоих фоток. Перейду тренировать. Значит, две техники, прыжковая и просто приездная. Если мы переезжаем, надо ехать либо на заднем колесе, либо с очень большой скоростью двумя колесами. Начнем с того, чтобы вот именно переносить колесо. Чувствую на заднем колесе вот это вот дело. А уже бы звонили бы какой-то 003. Не, надо этого жизнь обслуживать. Малыш выходной сегодня? А? Малыш! А, ходи там уже? Там тоже иди. Нет, я не успею. Давай, давай, ребята. Да, едем, сейчас, сейчас. Да, газ. Я пока специально их не копал эти бревна, то есть они сейчас вот землей присыпаны, я думаю, ну блин, сходящее было. Поэтому здесь момент такой импульсный, хороший должен быть газ и чуть-чуть натяжка. Я уже напрыгался на сегодня. Значит, что мы делаем? Мы его просто берем, переезжаем. Надо это разнести немножко, да. Примерно, да, понятно. Приблизительно так же.
скорость подъезда. Чтобы вы на первое бревно ехали достаточно с уверенной скоростью. На самом бревне опять же даем газу. Передним все нормально проходило. Не бойтесь, что вы туда вам будете следующий. Поднимайте нормально, чтобы вам хватало скорости прикатиться через бревно. И дальше следует такой момент. Вы должны со всей силы нажать вилку. Обязательно нажать вилку. То есть это нажатие может быть уже даже у того места, то есть ну, у того заезда. И в этот момент, когда вы нажали вилку, все, вы даете газ и чуть назад отклоняете. Это я за... Ну, и на этой ноте... Приземлился на два колеса, хватит. Чемпион! Услышал нас, блядь, чемпион дабл-клипа. Так, так как и там, раз через раз. Раз через раз, да? Да, ну вот сейчас, вот внимательно посмотри, как подвеску, вот я ее там начинаю зажимать, здесь я перед ударяю и потом выпрыгну. О нет, пожалуй, хватит. Не сегодня, да? Да. Вот туда сзади перешел, все за это держать.